Отправляйся на место рождения зергов. Там ты пройдешь испытание. Тебя может разорвать на части, но если ярость сделает тебя достаточно сильной, сила Зяруса будет твоей. Она нужна мне, чтобы убить Менгска. Скажи, что я должна сделать. Сила, которую ты ищешь, гораздо древнее меня. Она не дается просто так. Чем ты готова пожертвовать ради своей мести? Всем. Ты ведь чувствуешь силу. Она взывает к тебе. Иди же! Изначальные зерги узнали о твоем прибытии. Они движутся к тебе. Абатур, пришли мне то новое существо, над которым ты работаешь. Роевика. Выведен с использованием изначальной эссенции. Порождается ранчидов. Что теперь? Изначальные зерги нападают. Чтобы атаковать, Роевик должен окопаться. Вот и они. Тебя никто не спрашивал. Говори скорее. Я сокрушу любые преграды. Войска изначальных зергов уничтожены. Путь свободен. Тебя никто не спрашивал. Да? Рой не знает усталости. Я слушаю тебя. Покончим с этим. Вперед! Ты уже близко. Приближается момент истины. Скоро мы узнаем, достаточно ли сильна твоя ненависть. Это омут. Изначальный омут рождения. Он существует с незапамятных времен. Именно здесь впервые возникли зерги. Внутри него единая эссенция разделилась на несколько. Одна поглотила другую и стала сильнее. Стала первым зергом. Ты получишь силу, но потеряешь себя. Эволюционируй, обрети новую форму. Выйди за грани. Рекомендация: избегать омута. Каталитическая жидкость погубит тело королевы. Оно недостаточно сильное. Зато ненависть королевы достаточно сильна. И если я выживу, то стану намного сильнее, чем прежняя королева клинков. Загара, защищай Ули Хризалиду, пока я не закончу или не погибну. Да, королева. Thank you.
нужно больше роевиков. Их можно создать из личинок в инкубаторе. Поблизости собираются остатки войск Бракка. Они готовятся к атаке на Улей. Нам нужны рывики, споровики и плеточники у этого входа. Чтобы максимально эффективно добывать газ, отправь в экстрактор 3 рабочих. Я чувствую, как с другой стороны водоема собирается еще одна стая изначальных зергов. Слушайте меня, ваши зерги! Вы убили брата, но его стая выжила! Я объявляю его территорию своей, как и его эссенцию! Изначальных зергов вступили в бой друг с другом. Пусть они перебьют друг друга. Мы должны защищать Хризалиду. Взываю к вам, ваши зерги! Ваша предводительница спит и уже не проснется! Моя стая будет убиваться вашей эссенцией! Зрателей! Стая Ниагдры собирается атаковать наш улей! Покажем изначальным зергам всю мощь роя! Хм.
Стаи Загара. Важное наблюдение. Изначальная эссенция концентрируется в омуте. Можно использовать. Создавать стаи саранчидов. Защищать улей от атак. Изначальный никак не успокоится. Породить саранчидов. Убить их всех. Наши войска атакованы. Эссенция накапливается быстро. Можно использовать чаще. Наши союзники вступили в бой. Нам нужно больше минералов. Наши войска атакованы. Нам нужно больше Лесвена. Улучшение завершено. Нам нужно больше Лесвена. Нам нужны боевые единицы, которые могут атаковать воздушные цели. Чтобы уничтожить авиацию противника, мы можем породить королев в инкубаторе. Нам нужно больше Леспена. Чувствую присутствие огромного изначального зерга. Тиранозор. Дикий. Неимоверная физическая сила. Полезная эссенция. Нужно получить. Это непросто. Нам придется пройти через зону конфликта между стаями Бракка и Ягдры. Не хватает.
Обе стаи идут на нас! Приготовьтесь отражать сразу две атаки! К изначальным зергам постоянно прибывает подкрепление! Мы должны попытаться обойти их! Улучшение завершено! Союзники вступили в бой. Превращение нашей королевы наполовину завершено. Держите оборону. Тиранозора получен. Продолжу исследование эссенции изначальных зергов. Атакованы! Наши войска атакованы.
Изначальные зерги разрушают завал рядом с Хризалидой. Королева вот-вот пробудется. Наши войска. Изначальные зерги разрушили завал. Защищайте Хризалиду. Стая сильна! Мы поглощаем! Мы добываем эссенцию! Ваши зерги еще живы! Добудьте их эссенцию! Убейте их! Ягдра собирает войска! Они приближаются к нашему улью! Наши войска атакованы! Наши войска... Наши войска атакованы.
и вступили в бой. Иша, что делает изначальный зерк на моем Левиафане? Я Тихака, тот, кто собирает. Я убиваю, беру эссенцию. Я пришел к тебе, потому что чувствую, что ты изменилась. Весь Серус чувствует это. Весь Серус боится этого. Но ты же не боишься меня, а, Дихака? От тебя исходит свет. Я буду следовать за тобой, пока ты приносишь эссенцию. Что ж, я заключала союзы на более шатких условиях. Оставайся. Вздумаешь предать меня, твоя эссенция станет моей. Да.
От тебя исходит столько силы. Больше, чем когда-либо было у королевы клинков. Все стало по-другому. Раньше я всегда могла слышать рой, управлять им. Но сейчас я его чувствую. Я сама рой. Ты переродилась. Теперь ты глава стаи. И сила твоя безгранична. Кажется, я могу раскалывать планеты. Стала ли ты равной Амуну, который когда-то управлял тобой? Он никогда не управлял мной. Я ощущала влияние. След тьмы, которая давно отступила. Амун погиб до того, как меня заразили. Надеюсь. Потому что он правда мог раскалывать планеты. Это моя судьба. Теперь нет пути назад. Я никогда, никогда раньше не обладала подобной силой. Когда придет время, я отвечу за каждое свое решение. Теперь я выгляжу как предводительница Роя. Может быть, это поможет привлечь больше матерей стаи на мою сторону. Ты была и будешь истинной главой Роя. Не имеет значения, как ты выглядишь. Для тебя возможно. Но тираны вряд ли с тобой согласятся. Думаешь, оставшиеся главы стай присоединятся ко мне? Они камень, дерево, гора. Они встанут на пути ветра, чтобы стать сильнее. А ты? Я река. Я обойду препятствия, чтобы получить эссенцию. Теперь главы стаи ничего не могут противопоставить Рою. Они собирали эссенцию тысячи лет. Они ослеплены, но не глупы. Цепочки генов изменились, перестроены на базовом уровне. Сильнее, чем королева клинков. Генетическая структура сложная, но гармоничная. Совершенно другая. Да, я другая. Я не подчиняюсь никому. Когда артефакт Зелнага вновь сделал меня человеком, он очистил меня от влияния Амуна. И это позволило мне стать чем-то большим. Взять образец. Новый генетический материал. Даже не пытайся. Ты никогда не сможешь понять мою новую природу. Тяжело признать. Новая структура не поддается осмыслению. Вернусь к работе.